Каждый мечтает о хорошем игровом компьютере, и это небольшое видео именно об этом. Внимательно досмотри до конца, и ты узнаешь не только о том, как выгодно собирать и покупать комплектующие, но и как побороться за крутой игровой сетап «Королевская сборка». Я собираю этот компьютер из комплектующих, которые мне присылают на обзор. Там уже получается такая конфетка, что просто попка слипнется. И если ты впервые об этом слышишь, то знай. Спонсорами проекта является компания SteelSeries, которая дала гарнитуру свою, крутую мышку, красивую клавиатуру и коврик. Также нам помогли ребята из DeepCool, предоставили мощный кулер, просторный корпус и надежный блок питания. Телеграм-канал SoftFull купил для нас M2 SSD накопитель под систему. А подписчик Артемий Горшков подарил проекту комплект новой оперативной памяти G-Skill. Разумеется, и я не остался в стороне. И за свои деньги купил материнскую плату на чипсете B560. Я очень благодарен каждому нашему спонсору, кто уже принял участие в этом проекте. И скажу вам по секрету, их стало сильно больше с нашего последнего выпуска в этой рубрике. Сейчас я вам расскажу о самом главном из них, о самом нужном и для меня как для сборщика, и для вас как для любителей. Ведь сборка или апгрейд каждого компьютера начинается с покупки железа. А если смотреть на цены наших местных магазинов, то хочется просто плакать. Все так дорого, хороших комплектующих вечно нету в наличии. Некоторые бренды вообще не представлены. Конечно, когда сроки горят и деньги позволяют, идешь и тупо покупаешь, стиснув зубы. Но когда для себя любимого, когда хочется что-то красивое, что-то интересное и чтобы экономно при этом было, тут можно уже и под заказ что-то придумать и подождать недельки три, не проблема. И это правильный и адекватный подход, которым, я думаю, большинство из вас и пользуются. Так вот, я уже долгое время сотрудничаю с сервисом, который возит из Китая новое железо. Когда мне нужна, например, хорошая материнская плата за недорого, или я хочу оперативочки воткнуть побольше и не переплачивать, например, видеокарту интересную захочу по цене ниже магазина и настолько, что на сдачу можно даже процессор купить. Собственно, и сами процессоры, хоть Intel, хоть AMD. Одним словом, когда есть цель сэкономить денег и есть возможность подождать доставку, я обращаюсь к ним, к ребятам из Double Front. Это большой телеграм-канал с кучей довольных клиентов. Администратор этого телеграм-канала Никита очень адекватный предприниматель и максимально радует каждого заказчика как скоростью работы, так и качеством сервиса в целом. Все заказы оформляются через договор с гарантией доставки и гарантией работоспособности. Это вам не на Алиэкспресс купить карту и молиться, что продавец вас не пошлет нахер, если вдруг что-то случится. Тут все спокойно, быстро и удобно. Я уже неоднократно в этом убедился на личном опыте. И всем вам настоятельно рекомендую познакомиться с этим сервисом и начать покупать железо выгодно. Ссылку на телеграм-канал вы найдете в описании под видео. Обязательно подпишитесь, и если будете что-то покупать, скажите, что вы от Железного Короля. Так вы гарантированно получите обслуживание без очереди. Плюс ребята постоянно проводят розыгрыши и дарят видеокарты. Так что присоединяйся к армии счастливых клиентов и получай подарки. А теперь ближе к делу, касаемо нашего проекта «Королевской сборки». Когда Никита узнал про этот проект, он сразу же предложил свою помощь. А вы все прекрасно знаете, что самое сложное по всем предсказаниям и по факту в принципе, это было выпросить в столь непростое время у брендов видеокарту. Нормальную видеокарту. Красивую, тихую и желательно свежей линейки. Конечно же, мне все отказывали, товар дефицитный. И тут на помощь пришли Double Front и дали нам для нашего проекта крутую видеокарту. Встречайте, вот она. Конечно же, я шучу. Карта находится вот в этой посылке, которая ехала до меня с Китая чуть меньше месяца. Упаковано было очень надежно. Я, честно говоря, даже взмок, пока это распечатывал. Потому что внутри деревянная обрешетка была и сколочена была прям на совесть. За это, конечно, респект. Причем карта была прислана не просто от балды. Зная, что у нас уже есть материнка Asus TUF Gaming, Никита нашел ей в пару соплеменника. Asus RTX 3060 TUF Gaming. Как вы понимаете, сборочка обещает быть не только производительной, но и красивой и тихой. А это видеокарта, это прям отличный вариант. Во-первых, шикарный массивный радиатор. Во-вторых, три тихих вентилятора. В-третьих, стабильный софт и, конечно же, производительность. Можно будет поиграть в любые игры с хорошим FPS, не обламываясь. Вот так эта карта выглядит в компьютере. Работает она действительно тихо и в нагрузках хорошо держит частоты свои. Benchmark Superposition выдает вот такие результаты. А в играх, например, в Киберпанке, картинка плавная и, судя по мониторингу, FPS вам точно хватит. И это еще разрешение не Full HD. У меня монитор ультраширокий, так что карте сложнее. В
нативном Full HD FPS будет еще выше. Карта просто супер и для нашей сборки вписывается просто идеально. И я рад не только потому, что это современный RTX 3060 со всеми новыми технологиями, но и потому, что версия именно Asus TUF Gaming. Я в принципе люблю, когда в сборках все четко, и данный проект не будет исключением. А многие из вас говорили, что я не раздобуду видеокарту, что придется покупать старое говно типа 1060. Но, как видите, проект близится к завершению. Осталось немного. У меня уже есть материал еще на 2 выпуска, которые вы увидите совсем скоро. Сейчас же обязательно поставь лайкосик, поделись этим видео с друзьями, напиши комментарий и, конечно же, подпишись на телеграм-канал Double Front по ссылке в описании. И не забудь сказать, что ты от Железного Короля, если будешь что-то покупать через ребят. И после просмотра загляни в описание, вся подробная информация будет там. Экономь свои деньги, участвуй в розыгрышах и следи за контентом. Все свежие новости я публикую в телеграм-канале. А если же ты хочешь знать больше остальных, знать все инсайды раньше других и участвовать в закрытых розыгрышах с ценными призами, то для тебя есть Boosty. Короче, я побежал монтировать следующий выпуск, а ты пересмотри внимательно еще раз видосик этот и чекай описание. Хорошего дня тебе и до скорой встречи!